Харьковское шоссе 58Б. 16-этажный кирпичный дом 2010 года постройки. Рядом с домом высажены молодые деревья и клумбы. В хорошем состоянии входы в парадное с пандусами и домофонами. Во дворе небольшая детская площадка. Места для парковки есть, но их не хватает. Неподалеку есть школа, детский сад. В ближайших окрестностях озеро Солнечное. В доме мини-маркет и аптека. Состояние дома хорошее.